Значит так, нервишки у этих ребят пошаливают, так что лучше говорить с ними буду я. Ну чё разрыдался? Где этот ваш аспид? Не волнуйся, аспид! Мы никогда тебя не забудем! И мы отомстим за тебя! А если кто не верит, то вот вам план битвы. Тут все четко, как на ладони. Босс, я что-то не пойму, кто где. Да ты смотри внимательнее, тогда поймешь. Вот здесь весь наш отряд, так? А здесь Бруклин. Здесь мы и накроем собак. Бац! Бац! Совсем пушистый куриц был сорвало. Валим отсюда. Вот оно. Но если слышишь, то все проще простого. Короче, мораль, я до тебя доберусь, коротыш! Ты жирнобокая дворняга! Ты тоже огребёшь! Коротыш? Мало ли в городе коротышей! Смотри, ты же тоже коротышка! Так, все, уходим! Еще он сказал! Жирнобокая дворняга! Прямо как новый сосед Макс! Это еще не факт! Макс! Ты еще пожалеешь! Но как тут вести дискуссию? Эй, держись-ка ты подальше! Что-что? Ты знаешь коротыша? Он мой друг! И можно даже сказать, мой парень! Нет, так нельзя сказать. Да ты что, друзья коротыша? Вот это да! Как тесна канализация, забавно! Держи! Валим! Идиот! Они что, все сбежали? Чуть не попался! Все! Есть! Один взят! Вот так вот, коротыш! Твой друг у нас! Последним смеюсь я! О-о! Никто ничего не видел. Ясно? Да!